Да, Лаван прогрузится. У вас есть, хожу. Хожу, да. Есть. Я втором позбиваю. Бейте череп все. А я никому не люблю. Рано, что снова? Меня суммонить еще, пожалуйста. Конечно, конечно. Мы уже деремся. Я знаю. Я съем. Бля, я протягиваю все это. Я просто притянул, что никто каску сбивал, я далеко был. Это не... А-а-а. Поздравьте меня кто-нибудь, ну пожалуйста. Подожди, сейчас, секунду. Поздравляю с днем рождения. День рождения. А мы с днем рождения поздравляем. Так, все остальное не праздник. Все еще ждем ханта? И меня суммонить. Пару минуту назад зашел. Так, тотем мертвый. Ну-ка, объясни мне, какие ты тотемы ставишь и какие мне надо ставить. На, вот в стороне взял, поставил. Да нет, ты мне так скажи, я че, блядь, буду... Каменной кожи, огненный, я не буду ставить, наверное. Исцеляющий поток и гнев воздуха. В принципе, Жень, можешь Жень. Ставить то же самое. Не а будет. Можно вопрос задать? Вот, допустим, я вот танчу, да? А... Ну ладно, потом задам вопрос, мне как бы не принципиально. Напиши, что ты на ДД же ролишь или что. Да-да-да-да. Ро, у тебя же тут все фловое. Короче, из сельского добрать, хуй с ним, пускай курит там дальше. Там, да, да сука, долго-долго это все. Быстрее начнем. Да, сейчас лог появится у нас. Ой, не туда написал вообще. Так, я банк если что же не поставил. Гнев воздуха это на РДД, да? Он мейт-мейт-нери, дайте пора. Да. Слишком долго. Но у нас все равно ФДК есть. Танки, а тебе что, ничего не надо на танке здесь? Мне Уха. Нет. Джанки, не ты. А. Уха, например, я не знаю, там. Т4, ну. Там. Ну, такое, типа. Ну, тебе пуха не нужна, что ли? Ты серьезно сейчас? Ну, если тебе нужны шмотки на танка, ну, да, молот или топор. Даже смотри. У них на них... Сакета, если меньше, у топора, он все равно тебе больше даст. А если у кого почта поставить? Так, значит, ты на танка ролишь, правильно? Дженки, смотри, если тебе надо на танк какие-то шмотки, ролишь только на танка. Если тебе на танка ничего не надо, ты можешь ролить на ДД. У нас подаван одет. Подаван тоже ходил, когда у него не было секташек, ролил на танк. Я с тобой никогда в груди магик не ходил. Пока у меня тэшек не было. Спрашивал, я тебе прям могу сейчас с Дискорда скинуть переписку. Она такая, мы пойдем, но можно пароль на ДД. Я говорю, нельзя, окей. Мы типа, все, мы пойдем. Ну это Катя спрашивала. Ну в итоге вы пошли. Нет, ну, мы не я пошли. Я пошла, а он ушел с Войдом с одним анролом. Да, и вот я типа достал оттуда, получается, штаны. Так, а чё? А мы тогда прям мага сейчас поищем. Слушай, раз одно место есть. Там Майтнелли он писал, есть место или нет? Он не маг. А туманёки я сейчас до почты долечу, попробую. Да есть место, чё? Заберу. Лучше своего взять. Ну, блин. Ну, там конёт сейчас, а чё? А кто это сейчас сказал? Это друид Аркайд. Угу. Да, всегда найдем место. Там... А чё? Подожди, я добавил. Кушайте. А, всё, нормально. Майтнелли, а ты меня слышишь? Да, слышу. Ну ты сейчас в танке на первого босса, да, ДДшника? Тебе на танке не надо блять. Суммоните друида, пожалуйста. Сейчас засуманим. Тебе на танке, на танк, да, какие-то шмотки ролять. Майтнелли. А, я замутился. Нет, не надо. Я грудь даже не буду брать. Типа, смысл от него, если я хочу себе руки. У меня 3, ты 4. Я грудь все равно не буду одевать, мне нужны руки, Скара. Почему? Ну потому что у меня грудак. Нонсет. Он статов больше дает, чем Т4. Блять, с чего вы взяли, что грудак нонсет должен быть? Сейчас выйдет новый контент, и вы такие, блять,
Грудак нонсет типа не подходит. Да пусть берет, потом будет. А не, вот ваши вот бис-листы, нонсет шмотки и так далее, это все хуйня, потому что контент выходит постоянно. То есть что выпало, то ты и сделал. Да. Я все равно грудь не стролю. Ну, как все же ролят, что ты. Ты такой же, как и все, типа, ничем не отличаешься ни от меня, ни от другого члена рейда. Будь честно, согласись. Как бы Грул Магик поролишь на танк, а Ик уже на ДД. Хорошо. Вы же говорили, да? А что у нас фулл рейд гильдейский? Да нет, ну ты, кстати, напиши потом перед Иком или сейчас, что ты будешь ролить на ДД на всякий случай. Кто не написал, пишите. Ну я напишу в чате, как в Ик пойду. Я же правильно понял, вы все без анролов собираете, да? Да, да. Хераси, я даже удивлен, я никогда еще такого не видел. Ты правила прочитал? Так, что, все под Голдиарелл должен? 25 человек, да, рыбу покушали, фласочки только обязательно пить, кто там не с нами не ходил никогда, кто не знает. Перед боссом. Вот, что там, ставили гильдон, сейчас секунду. Можно касочку, пожалуйста? Да, касочку. А у кого-нибудь репоты быстроты я куплю. Не, кулак мне не надо, а вот касочку, пожалуйста. Да, на бред думаю, что тоже кулак кинет. Вот, блядь, кулак, каску. Так, танки сейчас. Так. И так. Дайте касочку по прыгающей коровке, пожалуйста. Кто у нас там замп по рейду? Распределите паладинов. Почему только кулаки висят? Успокойтесь. Да. Самый ответственный паладин это Ганнибал. Успокойтесь, у нас 5 паладинов, ебануться, тапки гнутся. Она у вот дайвера, ебать. 5 паладинов, а толку никакого тихо, нету. Тихо. Холипал, МП5, ясный, хитровай, кулаки, Ганнибал и Ауди, каски. Поставил на танков метки, и каких боссов вы танкуете? Ну, если кто-то что-то не понял, переспросите, я думаю, так уже все знаете. Холипал, на всех вешай, пожалуйста, МП5. Все подряд. Подаван, там прожмешь сначала зеленку в каст, когда крош будет докастовывать. Возьми, запомни его себе, но играем в Олма. Потом прожмешь эту, блядь, незыблемость. Вот. Потом, когда будет заканчивать незыблемость, скажешь, тебе еще этот дайвер кинет бабл сакру, хорошо? Дайвер, ты знаешь, как кидать? А у меня без сакры билд. Не массакра, а одиночная капля. Ленджер. А, капельку, да. Да. Бабл сакра. Только обязательно сначала бабл прожми, иначе тебя может убить. И лучше разбафай, холипал. Рейд, тебя нужно по всем кресты раздать. Вот на шаманах не вижу. То, что два эридара, блядь. Тут, видимо, везде есть раз. То в Долоране. Заебись. Вы придумали. Я что-то каски не вижу на шамане в натуре, что за хуйня? Ну, потому что холипал кидал, кинул это МП5, и каска слетела. А, все есть. Да, сейчас перекинул, где ты там говорите, что? Говорят, крестов на войнах нету, как так? Че? Ты же говорил, ты же скидывал же эридаров, нет? Я, ну, вообще, да, я третью группу скидывал, но там уже потом люди подобавлялись. Ранки, да у тебя не менялась первая, вторая. Я просто Ганнибала и Локал Мэн оставил в одной, потому что не дамажит дохуя с этим дворфом оставил. Сейчас это прилетит к Монке. Не знаю, куда он делся. Чуть шаманишь. И поехали. Монки. О, на шаман офнулся. Так, а можно повторить, кому там каплю кидать? Подаван звездочки. Все, окей. Монки релогаются. Все это, с этими касками, крестами нихуя не слышно вообще. Да mm-hmm. Все, у тебя живот прям здесь. Смотри, на поле боя все расставлены, все метки. Так. Кент, наверное, то побыля ясно отдаст. А, там все равно Эридар, все понял, не выебываюсь. Бля. Хуяся, мы Гавра никуда не засунули. И ты нет. У нас нет мага. Мага тоже нету. Давай так сделаем. Все, зашел. Нет, и не будет. Монки тут. Так, пейте фласки. Пейте, чтобы я проверку провел. У кого выпито, у кого нет. Выпили.
открывай. Подаван что не поел, стояла шиба. Похуй. Блять, ты очень важную роль здесь выполняешь. Тебе бы нужно очень рыбы. Мне 60 хп хватит. Да, сейчас посмотрим. Я пойду зазнался. Сегодня зазнался, не показалось. Начинается. Сегодня ладно, рыбу не поел, завтра ласт не выпил. Хитровая бахнул. Сейчас глянул, подожди. Да. Да шо ж ты мне в личку пишешь? У меня разделены, так что в личку пишешь, я могу не видеть. Так, даю отчет и поехали. Где там, блядь, ебаный отчет? 5, 4, 3, 2, 1. Геру. Бля, ну надо будет... Бля, я по хилам не распределил, ну похуй. Валера, подиспаришь с этого, с кроша баф? Окей. У нас только отваливаются танки. Ты скажи, когда у тебя незыблемость будет. Незыбка? Отдал. Отдал. Понял. Берета дай БР Гавру. Все, у тебя незыбка кончается? Да, кончилось. Кинь бабол саку. Один. Бля, джанки сейчас подхилю. Хильте ДК. Как столько урона полутали. А я знаю, что ты рядом с королем, блядь. Добиваем, все, поехали, крош. Следи за доспехом, а я должен сейчас накинуть. Я и пока что активно за ним хилом, вообще некогда. Шо? Снял. Ага, спасибо. Подаван череп поставил, притаскиваю, притягиваю потихо. Никто не бежит, ждем сейчас его притянут. Поехали в череп. Себе. Дальше летает, блядь, что за хуйня. Летают клинки. Смотри, блядь, метеорологи передали, блядь, осадки в виде элементарии. Ебать, не молния прилетела, а хули я? Поехали. Ну хули нет, как говорится. А был бы там хули Саргераем, уже бы телепортнулся. И задамажил, да. Странно, что здесь паладин не на первом месте по хилу. Обычно такие тонны урона здесь не хилил. Не распределил. Он бы хилил чисто там в себя распределил. Я уже охуел в край. Согласен, охуевший. Бля. Давайте полетаем. Ебаное говно. 10 кдпс упали. Ой, я хекс словил. Сейчас меня хоть перехилят. Бля, вот это вот писька мерзкая ваша. Да никто и писькой не мерится, просто ржу. Я не слышал, что ты сделал. Оправдался так и быть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Устроит? Нет. Поехали в короля. На... Не верю. На кручение отбегаете в любом случае. Дадут дизарки, дадут отбегайте. Там и трепета шамана. Поставьте. Он снимает? Да. Да, снимает. Он любой эфир снимает. По-моему, не любой. Физический, магический точно снимает. Есть, которые именно боссовые такие, которые вообще ничем не являются. Типа уникальные. Те да. Но этот снимает. Ну да, например, этот гробницу хуй отбежали, забыл. Волки найских.
где там этот принц в конце. Там кидает же этот уебок целенаправленный эфир, он не снимается ничем. Койл ты имеешь в виду когда? Да, отбежали. Да, его только заявить можно. Че я там на каком очке по месту? 13-й. Ну, шп пизды получил. Вихрь 5 секунд. Отбежали, мельки. Духа рано, подбежали. Я причем ожидал. Гавар отлетел, молясь. Ух, ебать, что так подавана пробила. Потому что там всего лишь 60 тысяч. Да бомж, согласен, пиздец. Пошлите трэшить сразу. Гавар в рейде, молотков yes. Нет. Епали. Ты не огри много. Да. Танк, два моба. Ты сразу раздраливаешь. Что? Ты сразу, говорю, раздраливаешь. Ну, в чем проблема? Ливнет, че вообще, пофигу. Это, ребят... Человек в шоке просто. Каждый танк... Да, это, в шоке, я же говорю. Держит своего. Просто. Каждый танк держит, блядь, своего, вас трое. Рольте кожаную бошку, роги котли там, да, никому. Но в спеке порольте. Мечи порольте, воин же есть друид. Все пороли? Никто не тут, блядь, три человека всего лишь ташку роют, охуеть. 4. Мы это написал по приколу. Падает, не? Что? Токен хоть раз паладиновский падал здесь? Сколько хожу, ни разу не видел. Раз. Он Валера, блядь, там он роллами забирал. Ну, Валера 4-4 собрал за 2 рейда. Валера 4. Как он роллами? Условно он ролл. Как условно? 2 я честно сроллил, один мне отдали. Подожди, 3 я честно сроллил. Тебе никто не поверит, что ты честно свалил. А, ну тогда да. Тогда базару ноль. Агро. Расскажи это людям с улицы, что ты честно вода. Нет, я друг Рела, мне все отдавали. Таких педиков. А другая Рела. Вонки и женский голос правдоподобнее получается. Очень правдоподобней. У Кати вот не получается. Женским голосом, да. Она обычно басит. Закуренный алкаш хреначит постоянно, да? Да-да-да. Она быдло просто. Ой, я что-то сказал. Я после завода на ШП захожу поиграть в рулю. Суки. Ай, бать, нормально. Обидно было. Тебе? Да. Ты чувствуешь, когда ему обидно, а мне похуй. Ну, вот потому так, что вы там ставы. Агро, соберите там. Потому что он понял, что он живет с быдлом. Осознал, когда. Закончится, она скажет, кто в доме хозяин. Катюха на картонах по-любому сидит, короче. За молотом на картонах чисто. Семки плюет. Он быстро сварил себе пельмени, блядь. Нам отделил. Не сиди, Яги. Так. Кто танчит? Женя. Все, оставайтесь, 2 ДК танчите. Дайте на пул, пожалуйста. Во втором. На кого? Какой ник на пул? Джанки. А, джанки, у него нет 4-4, ему сейчас нужно. Там можете перекрыть пару минут. Сейчас вот это отлично. Так.
тебя возможность подамажить, Микмери, не выебывайся и дамаж. Так вот, так вот. Я, если что, на дерево СС, да? Кто он? А, он с Джанки, кто еще тут? Да, конечно, на друидов. А, у меня вопрос, а на кого берет-то ролит? Он же Эрдру Т4. Он забрал... Он плечо Т4 забрал, я поэтому и спрашиваю. И че вам проблема на Эрдру забрать плечо? Там обычно Т9. Ну, это обычно. Нормальный Эрдру, нормальный Эрдру, и Т4 возьмет и захилит. Вот я бы взял бы на Эрдру Т4, оно заебато. Да, там неплохо смотрится. Я тоже хочу взять, блядь. Если у тебя активный хил на Эрдру, то Т4 пижи. 3, бля, Т4 омоложение апает хорошо. Да и покровительство, основная хилка, по идее. Мне Т4 больше, чем Т9 нравится. Каждого хуя у нас очень много. Так, да, зайдешь. Что ты, что вы мне? Я же вам сказал, это два разных рейда. Хотите, перезаходите, мне все равно. Попать ее раскидал, сейчас смотрите внимательно. А, сейчас рело пишу. Чтобы вы потом ИК или магика? Что? Вы сейчас потом в ИК, что ли? Магик. А, магик, мы с магик. Да? Там тоже все ролим. И сферы, и рецепты. Добро, я тогда тоже на этот на ИК с вами пойду. Бля, я тоже расставил, бля, нахуя релот. Первый его знает. Ебать ты, конечно, ну ладно. Первая пати в крест, РДД стоят, милики туда бегают. Вторая пати квадрат. Третья пати луна. Четвертая трусы. И пятая череп. Посмотрите, в какой его группе. Так, рыбу там сейчас поставлю, кто умирал, поешьте. А, стоит он, рыба. Рыба стоит вот здесь, кто не поел. Сейчас посмотрю. Сука, посмотрю сейчас. Все поели. Первая группа, где, скажи еще раз. Первая группа крест, вторая квадрат, третья луна, четвертая трусы, пятая череп. Посмотрите внимательно. На притяжках вы бегаете в свои метки, чтобы много не было. Но ранг 10 все равно пропишите. Ранги 10. Не надо думать, что, блядь, сейчас все отбегут, а я останусь под боссом, максимум ДПСа нанесу. Если такая хуйня будет, я это увижу, я доебусь до вас. Под боссом остаются только танки под его руками, слева и справа. Стоят также между собой раньше набрали. Все остальные... Очень много у нас миликов, РДД мало на самом деле, поэтому РДД вжимаетесь в стенку на притяжках куда-нибудь в очко, а милики бегите на места этих меток, потому что миликов много очень. Так... Проверяю готовность. Получается, что у нас? Напуливаете на джанки. Джанки, я не он знаю. Он для ЛП-ки. Вперед, блядь, да. А под аван ты основной танк держишь. Да, там. А я под хвост дренейки смотрю. Заебись. Главное... Даю время на пул. Ком она еще и дала. Там селедкой пахнет, не надо. Можете сразу бить, потому что вроде нормально. 2, 1, поехали. Танк дайте-то движение. Нормально, поехали. Говорил, выбор славы дамажем. О! Минус рок. Ну да, бывает. Кто-то... Край, да, бы... Это череда. Это череда, это не я. Ага, так ты на пуль. Так я напулил, у меня на пул в КД, если что. Да. Странно, что тебя ебало. Разбежались свои метки. Блять, мне сейчас... Понимаете? Так, а мне друль так подбежал еще в последний момент. Охуенно. Ладно, проехали. Бигеру давайте. Есть. Дота перевесь. А, ты же не на ШП. Дота есть. Отбежали от завала. А зачем мне дали боб? Чтоб не выебывался. Понял. Отбежали чтоб от завала. Чтоб хилил меньше. Как это связано?
Заткнись, нахуй, дух собрал и не уебывай. Да, тогда да. А, это бритая мачта. Все, понял. Я выбежал. Ты про что подумал, что бритая? Так у меня еще бритая палуба есть, так не удивляйся. Да, лучше плавать это, да? По морям, чем биться о скалы. Не в тему немножко, но согласен. Сбежали миники от головы. Че там? Не помню, как точно звучит. Ух ты, ебать, цепнуха влетела. Дар земли, ты 20 секунд осталось. Сука, опять мимота, блядь, под каждый мор, ёбаный. 5 секунд до удара земли. Готовимся. Вы убегаете заранее, вам не поможет, вас все равно стянет в центр. Не знаю, мне помогло. Но это в смысле не зависит от тебя. Нихуя Мэтмэри прям бежал в меня. Прям у него было ебать место. Мне-то похуй, я прожимаюсь каждый раз. Меня не убьете при всем желании. Суну не буду. Куда там Женя встает? Какую метку? В крест беги. Тебя убьет, меня нет. Я в зеленке буду. Мне похуй. Это разве не физика? Нет. Иди, раскол-то физическое. Похуй, я еще не заблюсь, прожимаю. Думаете, вы меня наебнете? Конечно. Рано или поздно уебем. Будете пальцем деланы. Да. Я-то, если что, встану. Воскресну по новой перерождению. А ты уже будешь БР просить. Да, мне даже самому ничего делать не надо. Охуенно я устроился. Не рекизовал, бегите. Ой, я там на 10-м месте что-то там пролистнул чуть-чуть. Заебись. Мал кто-то. Нет, тактики-то особо нет, просто раньше здесь надо было прописать. Ты бы видел, когда близко ко мне подбегаешь. Ну, бегите в спину боссу, миленький, перебегите. Чтобы кибалами не бить. Завалы, аккуратно. Просто назад можете уже отходить, у него раньше огромнейший. Никак я делать. Ты... Да ладно, я знаю, блядь. Что босса подвинули вперед от меня. Кто-то сидел за усы. О, завал стоял. Это твою... Разбежались. Это пизда. Хорош, нет, хорош. Нет. Будет хорош. Нормально. Да ёбаный. 4 подряд машины. Охуеть. Ладно, сейчас удержите сало. Убегите от завала. Ебал. Куртки. Ой, я уже на 8-м, ебать. Валился? Ты сместился? Был на 10-м. До 7-го я не доберусь, наверное. Беги. Да, до 7-го там, конечно, я бы не добрался. Что там, блядь? Ай, да нахуй!
Что, ебанулись? Так нельзя делать. Нихуя. Это что, за лупу разролим? Кольчужные перчатки нужны, ханты, янхи. Бля, ну только на офспек, если. На офспек парольте. Может, когда-нибудь соберу янха. Не знаю, уже когда-нибудь. Но уже не рано. Ауди, у тебя 15 место. Мысли дренька выпала. Но она их позже. Мы тоже охуели. Все пароли. Друид. Все пароли, я не хочу Кате отдавать. Рольте все. Парольте больше, пожалуйста, 80 кто-нибудь. А ты ступи, пожалуйста. О, выиграл. Женя! Сука, блядь. Так, сейчас никто ролл не кидает. Кому я говорю, те кидайте ролл. Локал кидает, если пожалуйста. Локал кидает, если нужно. Кто там дальше идет, бля? Миби кидает, если нужно. Хожу, кидай, хожу во сне, если нужна треня. А хилу надо. И Аркрай надо, кидай. А, все хилы парольте тоже. Уяси. Почему хилы-то за роль? Аж почему они не могут вести? Ну, блядь, могут, но и трыня-то явно дэшная, блядь. Где на дэшные, а? Ну, это максимум магу заходит, либо демона. Ну, это отлично на хила треня. Вот ты такой, блядь, прохиливаешь на нубе, у тебя прокат треня, еще 150 спд, типа, ну, охуенная треня. Просто я не вижу никаких аргументов. Ограничений нет. Да, не давай. Если было бы вредоносные, да, там, атакующие заклинания, тогда хер поспоришь. А согласно правилам рейда, он не может не отдать. Нет, это логично. Был бы я хилом, я бы тоже сказал, ребят, ну, блядь, оно заебатое, вы чё? На эрдру, конечно, тонна хосты бесполезно. Вот да. Сколько там прокает, это, ну, это дело человека. Я бы на такую на эрдругу не стал брать. Ну, сколько? Да. Это 660? Как тэшка на ДК, я ее тоже отдам, если он... Это не мое право говорить человеку, что он может носить, а что нет. С игрой не запрещено. 165 хосты для эрдру, пиздец, не знаю, у него и так... Будет чисто в лодках сидеть, не будет моментально этими хили... Ну, мгновенными хилами. Да не, все равно, овер дохуя, друиду нет смысла, ты когда эту кастуешь, как же ее, блядь, восстановление, у тебя талант прокает, плюс 30% хосты, погнал накидывать, и все. Вот это вот... Когда? Да не, хватает на эрдру спокойно. Не, если там эрдру тоже так думает, можешь отдать второму паролу, это его выбор, мне все равно. А я не помню, кто второй, в принципе. Будет. Ну, тоже хил. Ну, шаману-то заебись от треня. Давайте не вайпаться на следующем рейде. Охуенно будет вообще. Мы ходили, короче, вчера в ВК. Три босса первых без вайпов убили. И на вальках что-то стали падать, как бичи просто, блядь. Хилы, думаю, затопили. Там не хилы, там ставят ловить, короче, 4 человека сферы или 3. Охуеть. 3 человека, еще 2 танка, блядь. А кто щит будет ломать? На щит, ну, ломают, ДПС хватает. Ну, и при всем при этом 3 челика ловят, и 2 танка стоят. И сферы в рейд прилетают. Там одна сфера шотает, считай. Да вот эти челики, они начинают теряться, я уверен, ловят не свои сферы, меньше ДПС получается. Там, знаешь, когда бывает, вот рейд стоит... Подожди, вот, подожди, ты ИВК-10 или ИВК-25 делаешь? ИВК-25? Да. Ну там, может быть, согласен. Там, короче, когда летит сфера, которую нужно ловить тебе, бывает, что с ней другая сфера летит другого цвета, и ты не можешь, ну, пропустить, типа, ее. Она сносит, ну вот у меня мишка 60, все почти 70 тысяч хп, она сносит, блядь, ну не знаю, по 30 тысяч сносит, по 25. Считай, 2 сферки прилетело, я упал, блядь. Ну 3 и 3 я точно упал. Да. Катюк, давай куплю.
Во, у тебя сколько? Ты 4. Сейчас 2. Ну так, ну хотя сейчас, да, в любом случае 4. А у тебя 4 куска на мертвом тотеме здесь? Да. У меня валюта 253 жетона. Да, 4. Я же говорю, хвастался за 2 захода. 4-4 надел. Сманичь, пожалуйста. Въебываешь, как могу. Ну, пиздец. А ты чё этот стандартный-то трансмог не оставил на шапке? Вот такую ёбищную какую-то хуйню повесил на себя. Дом и суть. Дом и суть. Знаешь? Я трансмог делал, вот видишь, ты заметил его не просто ж так. Почему? А что он ёбищный. Это так работает. Я всегда захожу в рейд, и первое, что я вижу, это вот эту твою хуйню на голове. Видишь? Среди 24 человек. Значит, не зря я делал транс. Видишь? Это не то, что, блядь, ваши все полуобнаженные персонажи. Это вам не это. Тут вам не здесь. Это тебе не это, блядь. Главное, что ты эту хуйню видишь, а не ту, которую нельзя показывать. Так, а мертвый-то там, это ты, Валера? Ну, вроде я еще пока что. А это, я че, у тебя хотел спросить, а где твои на запах чарка? Бо! Я думаю, что я забыл. Женя. Вон отсюда, блядь. Минус 100 кроллов. Здесь я ничего не осматривал. Сегодня какой-то добрый, блядь. Я все думаю, что я пытался это 2 дня тебя поймать. Я забыл чарку. Ёбаный рот. Тебя может зачарить, попроси, Лерри. А там нужно, там 245, а там заебатая нужна чарка. Бля, ну не буду я сейчас заходить, перед иком, может, я иду. Не, не буду, короче, иди нахуй, не хочу. Сам виноват. Мэтнери, спекайся в танка, постанешь. АОЕ стан, заебись. Так, все, всех засумонили, остальные долетят. Бля, кво, что ты там, где ты там пропал? Оба в контроле. Залп стрел сбиваем. К ней, бери это, ну ты же мимо бежал. Все подвисли. Алло, алло, все подвисли. Да, у меня есть, но при... А ты сбивай. Как будто... Короче, вылетел. Бя. Себя не жалко, вот в остальных жалко. Я же хил. Порвут напополам. Вы что, не верите в наших хилов? Видите пометку. Не знаю, мне не отображается, значит нету. Это магия была. Ну так. Пиздец, заебался я вылетать уже, сука. Тут хуйня какая-то, блядь. Качает, а я качаю. Ебать, сильный. Моменталку и крит.
Как нахуй ебешь, прожимаешь... Крит. Собирай, блядь, чё, еблан? На крит прожимаешь... Цепнуха, а на прок Т4 у тебя сотка почти вылетает. Хуйня. Пила. Хоть тебе топ-шаман скажет полная, ты хуйня. А, да похуй на топ-шамана. Что-что? Да вы про что, про Т4 говорите? Не, и про и Т4, и про... Вот, я, блядь, ты... А, вот же, вот, вот про эти таланты. Блядь, обязательно талант. И вот про этот. Сила прилива. Есть что-то там, нет? Сила прилива это что такое? Крит, крит дает. Ставлю рыбку кушать. А я ее брал? Нет, что-то сейчас гляну. А, не, я ее не взял. Это один крит типа дает? А, где она? 10 на 20 секунд, нормально. Да, понятно, он так подамажит, независимо от того, будешь ты танковать или нет. Мы убьем трэш, и все, если хорошо зальем трэш, то все успеет спекнуться. Если кто не хочет, тогда я сам назначу. Нет, конечно, не дамажа. Так, ладно. А, блядь, пальцем в небо, я не знаю, ясный ли кам ты поставил. Ну все, теперь ясный, миби, и окей еще. Ясно. И так, блядь, стоит, чё я доебался до него. Ну на двух кубах будет стоять. Давай, блядь, я не знаю. Чё нам на хил есть? Кой левел самый высокий. Меньше 250. Я еще не стоял ни разу, давай попробую. Так только вот ты говоришь? Ага. Хорошо, давай. Ничего сложного. Минуты я расставлю тут метки. Сила прилива, а второй какой ты линковал? А, которая моменталка, следующая идет ниже. А. Это не сказать тебе, что... Самое забавное, что я об этом говорил, и она такая... А я тебя не услышала. Слушай, подаван, отправь ее в армию, она будет стоять это, как ее, в наряде будет, знаешь, постоянно дублировать надо человека, как его... Вы все говно! Не-не... Бегай, дублируй. Дежур, ты короче, да. Да. Ребята. Да я пытался вспомнить, у меня на языке вертелось. Вот. Метки... Она будет вечным дневальным. Стоит. И поставь на вас метка, и компу белый стоит. Сейчас по сбитиям костам. Разбиваешь черепу, кто на черепе сейчас стоит, косты. Ок. Я поз... Ромбо. Панхоли позбиваешь ромбо. Притянешь его, ну, по ДК стоит, и притягивай их кучу и сбивай им косты. Хорошо, Анхоль? И на цели луне позбивают, блядь, джанки позбиваешь. Кто хорошо. Танчит? Танчит Джанки и Мэтнери. Мэтнери, ты в танке остался? Джанки. Вот. Мэтнери, ты в танке остался? Отлично. Это жопа голая. Все. Мэтнери, заберешь справа троих, которые череп, как обычно. И сюда приведешь к луне. А Джанки заберешь ромб, трусы. Ромб тебе притянут, трусы сам притянешь. Ну и все, в принципе... Анхоли, ты тут? Ёба народ.
Заебал. 24 человека. А, микрофон вырублен. Ну, Коля лох. Напиши там плюс-минус. Хохоль. Давай я позбиваюсь. Давай я позбиваюсь. О, у меня же есть детская... О, мы на нее начнем, потому что... А, блядь, сорян, у меня это... Микрофон был отключен. Я ты слышишь, что эти бомбы нас... Да, да, ромбик, ромбик. Все, отлично, давайте на АФК проверяем. Да, нормально все, ДК, блядь, не оторвешь никогда в жизни. Ставил же рыбу, ну... Да кинь-ка его нахуй. Ладно, поехали, давайте, даю Тюх, время. Понимаешь, что задувает? Можете все бить массово. Ничего страшного, потому что косты бились. Даю время, поехали. Танки. 5, 4, так, я ничего, я на трусах. 2, 1. Косты не забывайте, бить свои. Големы, может быть? А... Ну, если бомжей? Да, что-то все. Да. Все нормально. О-о-о. Забывайте косты. Анхоли, скинь бомжей. Уже. Я дал, я дал. Что, мол, все. Жбок, скинь бомжей. Снимайте агро. На ауди хитровая агро. А чё я стою дамажу? Чё, не ожидал от себя такого или чё? Я думаю, никто не ожидал времени. Ну вот, локал умер. Опа, Кать, резь. Чувствуешь сквозняк, Кать? Резь. А чё, Кент уже резнутый? О, он же сказал, он сам встанет у него. На нём бассейнка висела, скорее всего. Всё, разбежались на свои кубы. Спекнул. Никто не бьет. Только на пул его убьют. Джанки, ты помнишь, да, как ставит? По-моему, там ковало уже. Все отлично. А никто не бьет. На кого напулит? На Джанки? Джанки, ты не там стоишь. Да. Там куда рейд должен сначала его подвести. Потом по стеночке двигаться к кубу, который на ромбе. И в итоге он тебя притрется максимально сильно в стене. Да, да. Ну хорошо, сделаешь. Что-то я хотел сказать, и я забыл. Смешное вроде. Друида, дайте лап. Дувает. Кто не бьет, кроме напулов. Выводи. Хорош. Ты со спиной-то не беги. Все, бейте. Давайте Геру. Оп. Мы стоим, ждем. Никто в огонь не прыгает. Перед лицом босса не вставайте. Если у кого-то есть какие-то прожимки, перед тем, как нажать куб, нажмите свои прожимки. А кто на кубах? Ты тоже босса можно бить? Или лучше не рисковать? Не стоит, лучше не стоит. Попадешь под ебало, клеванет, еще что-нибудь произойдет. Стоишь, ждешь команды. Окей, я вообще никогда не бью босса. По принципу, подошел к кубу, когда сказал... Скажешь, что за хуйня опять, блядь, не подгрузил стань. 10 секунд. Подошли к кубам. Кубу ждем. 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 Ноль. Я отпустил. Прикинь? Да. Отошли от кубов, уперли стенку, съебали с платформы, курите бамбук. 10 секунд баф, да, тут висит? Да, 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 тебе нельзя заходить на платформу, чтобы у тебя к следующему этому спал. Помню, на X2 ходил как-то, но уже забыл, блин. Кто не слышал, мы к потем 25 пойдем. Если кто-то не пойдет, ливайте сразу, чтобы я видел. Ты имеешь в виду... Да, должен был. Да босса завалите и сразу ливаете. Что там Валера покупал? 30 секунд, все хорошо. Я просто бей. Ой, блядь.
Хватает шамана, блядь, хули ты своим щитом туда бежишь, блядь. Бля, у меня пиздатый щит, мне Т4. Где твой щит, блядь? Покажи нахуй свою левую руку, вонючий. 5 секунд, 3 секунды. Бля, бля, после отталкивания сразу же бежим, готовимся. Нажали. Нажали. Отлично, держим. Только не снова. Все, я... Прикинь, если я под зеленкой прожимаю, то мне вообще ноль урона. Но тебе поглощается полностью, даже если зеленка кончилась. Забавный баг. Это не баг, это типа на меня эффект летит направленный. Фича. Он не вешается под зеленкой, понимаешь? А, он тебя даже не вешается? Да. Хуя себе. Ну, это... Если в танке, тогда этот плажать называется. Отражение? Плажение, да, отражение. Ну... Не думаю. Это, я думаю, массовый скилл. Он так как под зеленкой выйдет и массовые скиллы. Если танк, можешь еще немножко отвести назад босса от Види, потому что там нужно начать на куб не нажать. Из-за того, что хвост. Чтобы, грубо говоря, хвост на череп не попадал, по возможности. Да. Лучше? Вроде лучше. Чем-то ты мне сейчас рекламу Сникерса напомнил. Лучше! Лучше! 10 секунд до кубов подошли. Стоим, ждем. Нажали. Нажали. Да, не вешается, нихуя. Эксплойтер, блядь. Один отпускает, все остальные могут спокойно отпустить. Мне похуй, я буду до конца держать. Ебать, тебя даже здесь хилить не надо. Похиливают, вообще нормально, в смысле. До конца держать. Это можно. Понятно. У меня хп немного, я стою в ебенях, сам себе хил. Ну, на себя щит прикинь. А я вешаю. Щит и полей водичкой себя, потому что там... Я поливаю, но все равно не хватает. Слабый. Да, слабый. Зато точно нажимаю. Я бы тоже понажимал, просто, блядь, что я сейчас раза три с интернета. 30 секунд до этой успеем 5% залить? Или думаю, нахуй? Да, успеем. Я думаю, совпадет. Стопайте ДПС, нахуй, стопайте. Да нахуя там 20 секунд, все, мы успеем. Да бейте, блядь. Бейте, ебать, время еще вало. 15 секунд до вспышки. Нахуя время? Да ну нахуй. 10 секунд. Ну, сейчас будет вспышкой. Вот. 5 секунд. Стоим, никто кубы не трогает до стана. Прожали защитную способность. Стоим рядом с кубом сейчас. Стан полутаем. Все, ждем, сейчас нужно будет нажать куб. Нажали. О, отлично. Ну, я сейчас это, без зеленки был. Похилим. Давай, братски, похилим. Да, эту хуйню, пожалуй, было не жать. А ты, блядь, стал. Если бы еще не стопнули, вообще со свистом бы пролетели. Да, хуй его знает. А могли бы, опять же, стан словить в каст, как один раз у нас было. Ну, потому что уже успели, а это мы еще и стопали. Да. Сука, заебатый геймплей, мне нравится. Тоже можно попрыгать, сериал посмотреть. Я чай хотел попить. У меня, кстати, разбился таймер. У кого остался таймер на вспышку? Линкуйте в чат, 25, когда будет. 25 секунд. Заебись. На 10 секундах скажешь. 20. Ну, после отталкивания подойдите к кубам. Да. 10 секунд. Ну, сейчас мы идем на кубы. 5 секунд. Все, ждем. Должен быть. Ну, наебывает чуть-чуть. Манул. Нажали, нажали. Поддеем, держим. Вера не умирает. Да похуй, умирай. О, посох. Я же посох. Посох. Бля, где моя ебаная хуета под названием щит? Мешок пороть. Все. Да, посох заебатый. Локал. Да. А, Ганнибал, хуй-то пропал. А, нихуя еще и монки. Ебать вы там. Переройте. Монки, монки. А, подожди, подожди. Он кинул. Он кинул же. Ты же кинул. А, 50, все. Ну все, выиграл. Я думал. Если бы сейчас, прикинь, снова сотки бы кинули, я бы пизданулся. Кому нужна сумка 20 слотов? Она уникальная, без носить нельзя.
Лицит вонючий. Что так сейчас мало дается с этой сумки, блядь? Раньше там по 3, по 4 падало. Согласен. Парольте голову, там кольца 245. О! Говорюха, сотку выкинул. Это же не топор. Парольте посох. Бля, хуета. Не, ну на одну единицу, да? Ну, это че за мага? Нужны кому роги, коты? У нас только роги. Парольте на офспек. А че, роги не надо, Владюха? Не, у меня Т4. Понятно. И у меня, по-моему, есть такие... Ну, один где-то ливнул, что ли, или вышел, или че? Дала ранен, ну. Я себе положу сейчас. Тюх, давай бабок подкину. Да, спири. Грудак, парольте, охотник, ДК, маг, лок. Лок. Спасибо тебе большое, буду должен. Не за что, давай. Так, что там? Кто не идет на X25, ливайте. Кто там хотел перезайти, перезаходить? Кто не перезаходит, идет до конца, тот красава. Сейчас в Долоран протонусь, билеты. И тебе, да. А зучарить внезапно можешь? Нет. Ну, блин, не хочу перезаходить.